Доброе утро, дорогие друзья. Ой. Настал еще один прекрасный день нашей счастливой жизни. Сегодня 22 ноября 2021 года. И мы находимся в Путапарце. Мы вчера прилетели. Я, конечно, так была подуставшая. Вот, но успела смонтировать видео, и вот вид из окна показал, и кто-то мне написал, что, ой, надо же, от сезона дождей башня опять зазеленела. Я вчера даже этого не заметила, а сегодня вот вижу, да, башня зазеленела кругом. Пока что туман, сейчас 7 утра, и я проснулась где-то в 5, это моя вторая чашка кофе. Так давно я не спала, вот так вот прям вот. Под одеялом, без вентилятора. Это прохладненько, так здорово. Что-то они там расстелили, сушат. Вот наша жизнь наших соседей. А мы, да, я хотела сказать, значит, что мы прилетели, ну, где-то на неделю всего из Гуа. Обычно мы зиму живем в Гуа, но прилетаем каждые 3 недели. На неделю в Путапарце. Как правило, прилетаем на день рождения Саибабы 23 ноября. Вот. К Рождеству. И потом уже на Махашиваратри. Вот. К Махашиваратри мы, в общем-то, возвращаемся уже из Гуа. Становится жарко. И вот сейчас этот вот наш недельный приезд. Потом мы вернемся. И про нумерацию видео. У меня там 2 плейлиста. Один Путапарце, один Гуа. Поэтому Гуа так и будет продолжаться. Там 89, 90. Ну, номера видео. 91. А из Путапарце видео, они тоже пронумерованы, вот, чтобы удобнее было, потому что у меня иногда день разделяется на 3 видео, и лучше там, допустим, 140, 141, 142, ну, мне так удобно, во всяком случае, вот. А я вчера выпустила, и немножко мне написали в комментариях, что что-то я запуталась, тут 140, там 80, вот. Но это потому, что из 2 разных плейлистов видео. Я не стала на эту недельку, на маленькое возвращение, новый плейлист начинать. Вот, продолжила тот, который был. Так, ну все, друзья. Буду сидеть тихо, мирно. Здесь интернет хороший. Загружается быстро, поэтому у меня маленький разрыв между тем, когда я сняла видео, и когда я его выпустила, загрузила. Вот вчера сняла, вчера и успела загрузить. Мне не надо куда-то ходить, ждать утра, ходить, загружать в кафе. Здесь мой Джио работает. Работает быстро. Вот она наша башенка. Чего же нам быстро не загружать, если живем прям почти на башне. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня 22 ноября. У меня лук вот такой. Вот такой лук. Как всегда в Путапарце я показываю свои украшения. В Гуа у меня украшений нет. Вот. Это у меня сальвар камис такой. Платьишко и шаровары. И сегодня 22 ноября, и мы... Ого, сколько! 2 спереди, папа, потом еще 2 сзади. Нормально. Вот. Завтра будет день рождения Саибабы, мы поэтому сюда и прилетели. Но я это уже все говорила. Ну так, на всякий случай повторяю. И сейчас мы решили прогуляться по Путапарце и позавтракать.
Ой, мама, ready for чили-чили. Чили-чили, мама ready, мама ready. А водопау нет. Я хочу идли вада. Я очень скучаю по вада. Если в Гуа еще идли можно найти, то почему-то вада нет. Конфеты вивил байн супер сай базар. Hi. Вот видите, друзья, ушко отщипанное. Правое ушко сверху отщипанное. Вырван кусочек. Вырван кусочек. Так, мяу-мяу, ждут тебя. Так помечают стерилизованных собак тут в Индии. А мне Даша обещала, он говорит, тебя ждут кошки. Мне Даша обещала, что будет кормить и присылать даже мне видео. Вот, ну, я сказала, не каждый день, но хотя бы раз в 2-3 дня хоть одно видео. Да, да. Такого красивого цвета школьная форма. В Гуа также клетчатая рубашечка и однотонные брючки. Но только там такой терракотовый цвет у школьников. В основном вот в их главной-то школе кармелит. Кармелиток. Это собачкам. Такой цвета гуанской земли. У них форма. Иногда они даже так сливаются, когда на фоне земли бегут. И так. О, одна из моих любимых локалочек. Уж и не знаю, ресторан или кафе, или просто едальня. Но нам это все нравится. Местные все это любят. Вот это идлица. Здесь готовят рисовые лепешечки на пару. Вот такие вот лепешечки. А это соус чатни. У них все действительно очень вкусно, скажу я вам. Мы часто просим на вынос. Саша мне приносит на завтрак. А чтобы не возиться сильно с посудой, жирные они. А? Ту вада, ван идли. Они сверху стелят вот такую фольгу. Тогда тарелки почти чистые, их отмыть легче. Ага. Вот там она готовит пури. Лепешка в кипящем масле. И будут подавать баджи с овощами тушеными. Вот. Большие такие вкусные. Хэппи-хэппи. Спасибо. Прямо свежее-свежее все. Супер. Будьте на аппетит. Приятного аппетита всем. Руки моют вот так. И очень популярны эти едальня. Не хватает даже места там за столами. Люди сидят на аутсайде. Все продано, говорит. Друзья, присылали очень много видео о потопе 19 числа, 3 дня назад. И Саши говорит, давай пройдем по речке, посмотрим, как там сейчас. Я хотела супер свой базар. Мы с собой не захватили зубные щетки. Весь завтрак нам обошелся всего лишь 70 рупий. С чаем, да. $1.
клапан. Школа открыта. Дорога на дерево желаний. Тут вот тоже такие маленькие читроварки. Читровати, ти, кофе, тифин, отель. Почему-то они называют вот такие едальни отелями. Саши говорит, давай возьмем рикшу и доедем до супербазара и поснимаем, посмотрим, как тут вокруг. Начинается солнышко жаркое. Девяносто шесть лет. Завтра будет Сайбаби, было бы. И хотя он 26-го года, и в принципе 95 должно было бы быть. Но индийцы считают плюс один год. Год, когда он был в животе у мамы. А? Да? Ага. Ну вот его друзья сказали, что тот мост был весь покрыт водой. Но мне присылали много видео 19 числа. Отовсюду присылали видео. Сейчас посмотрю, есть у меня интернет или нет. Сейчас очень много полиции, потому что в день рождения Саибабы очень много приезжает людей. Вот видите, вон идут полицейские четверо. А в сам день рождения даже на крышах, ну, везде проверяют, чтобы не было каких-то эксцессов во время его жизни. Тут прямо до миллиона человек съезжалось в этот маленький поселок. Видите, едет, у него машина уже затоплена. Это вот так фотопарцы были. Мы даже хотели отменить свой полет, потому что таксист сказал, может, я не смогу выехать. Тут просили только, чтобы, ну, только emergency, только прям вот совсем-совсем неотложные. Чтобы скорая помощь там только. А так не рекомендовали вообще выезжать обычным людям. И таксист сказал на следующий день, это вот было 19-го, Саши говорит, ну придется, наверное, или билеты сдать, или прилететь вначале в Бангалор, остаться там на день, и когда спадет в Путапарте вода, тогда сюда приехать, если будут автобусы ходить. Вот, детей привезли. Нет, увозят. Увозят в другую школу. Так, I see this side. Ну, в общем, потом он нам позвонил и сказал, что все, вода сошла, он выйдет и он нас заберет. Угу.
мам, да, да, да. Дамба вот эта была затоплена, вода поднялась выше дамбы. Вот, и смотрите, как высоко, все-таки мост гораздо выше смотрится. А сейчас прямо вот, прямо почти к покрытию моста поднялась вода. А был затоплен. Остановки вот эти вот все были затоплены. Вон, water go out. Не выдерживают эти сливные канализации. Слишком много воды. Слишком много работы. И здесь кругом вот такие вот местные кафешечки. Вот везде. Вот тут мы с Танюшкой ели. Но они еще закрыты, девочки, непальские. Мандей, да? Понедельник сегодня. Да, это, говорит, везде здесь была вода, особенно вот там-то, у Хануман Темпла очень много было воды. Здесь вот Хануман Темпл. Вот здесь все было затоплено. До сих пор еще вода осталась. Да. Все, друзья, мы приехали в Супер Саид Базар. Нам нужен маленький-маленький шопинг. Хорошо. Нанди? А, Нанди садится снаружи храма и ждет Шиву. Я типа Шива, а ты типа Нанди. Давай. Да, да. Угу. Which pest you want? Хорошо. Good morning. Ним, да. Ну, пошли со мной, конечно. Аджа. You go this side. А, так, ну пошли вместе. Let's go together. Да нам надо вот такую вот фуава шопинг. Enough. У нас небольшой же шопинг будет. Там, вот они. Вот Саши, this brush and their pest. Then their brush. Да, везде. For mama pink. Для меня розовенькую.
This pink. Darling, this pink. I need medium. Paste later there. There paste. This. Ты мне покажешь, какую ты хочешь. Show me what you want. Ним, да? Ну да, ну большой выбор, у них, конечно, большой выбор. Сейчас я, I will take for me color. Пойду возьму хну, если она есть. Надо сегодня покраситься к празднику-то. Я люблю 9-2, вроде как. Я не знаю, конечно, как она будет выглядеть. Пусть будет побольше, потому что обычно у них 9-3. 9-3 или black. Хорошо, давай. Ага. I will take little bit something for make maybe chana. We will make чану сделаем. Немножко сыра надо, small cheese we will take for, знаете, что мы сделаем? Этот, пиццу, пицца make, small cheese. Пошли дальше. No problem. Все, я своей дупатой что-то там зацепила, но грохота не было, ничего не слышно было. Да. Мне кажется, у нас нет чана. Да, да. Up пуджа oil. Да. Вот this пуджа. Look at this пуджа. Угу. Так. Чана, чана, small чана. Чана. Поменьше-то нет, большие какие-то. Ага, а чем? Достаточно. Давай. I think done. Я думаю, все. Папа хэппи. А я-то как хэппи нашла свою краску. И народу мало. А, maybe other shop. Other shop. В другом магазине немножко овощей, может быть, или в аутсайде. А что-то кассы у них не работают, вручную записывают. Как это долго, когда вручную все записывается и подсчитывается. Как это удобно, как мы быстро привыкли к кассам. Так, in silence we find a solution to every problem. Darling, what mean solution? Solution. In silence we find a solution means when you have problem, you don't know what to do, and you find solution. Solution means решение. To... Смотрите, в молчании мы найдем решение каждой проблемы, любой проблемы. And вот так, друзья. Это на самом деле так и есть. Вот когда уходишь в себя, не размениваешься с эйром, вот, и тебе приходит от твоего высшего я, потому что как мы получаем проблемы, так мы получаем и путь к их решению. Вот. Главное услышать тихий голос интуиции, тихий голос своего высшего я. Сверяет. How much we today shopping? На 700? А что там такого на 700-то? Вот 700. Вроде бы ничего особенного мы и не купили. А, ну сыр может быть 200 должен был быть. I think cheese 200 maybe, no? 170 сыр. Хлоркой пахнет. This, darling, darling, this vegetable. I need Tora Tora for pizza.
for pizza. I need. Ой, какие эти. Чуть подальше еще есть. Да. Светлые помидоры такие, прям не знаю. Кейк. Кексики. Здрасте. Давно не виделись. I will buy vegetable. Он сейчас придет. Он любит там свои ласси и баттермилки. А мне нужно овощи. Все равно же несколько дней. Мы же не будем три раза в день питаться в аутсайде. Несколько дней мы тут поживем. Надо хоть сделать разочек пиццу. Разочек надо бы вот эти вот. Но они, правда, такие страшненькие здесь. Sweet potato мы очень любим. Ну, одну хотя бы. Сейчас, эк момент. Ну вообще, томаты такие незрелые везде. And ginger. Ага, о, привет. Джинджер. Давай, счастливо, пока. Я говорю, открывают, а шрам-то. Кто, говорит, написал? Не знаю. Говорит, за последний год уже много писали такого. Мне, говорит, пересылали много. Да, все, я сижу. Осторожно, говорит, может, вода там. Да, вода везде. Домой заехать все-таки, чтобы все это положить. Подружки мои. Thank you.
Давай, я тебе что-нибудь помогу. Давай. Малыш мне помахал рукой и сказал хай. Дети в школу собираются. Кто-то в школу, кто-то нет, кто-то катается. Вот. Хотя у них тоже рюкзачок стоит, может, тоже в школу. Чего вы просто катали-то его? Спасибо, thank you. Я говорю, почему томаты везде такие белые? Ну ничего, мы выживем без томатов. Вот, дорогие друзья, дошли до дома. Надо искать свои какие-нибудь резиновые тапки. А мне кажется, у меня нет резиновых тапок. Были двое, и оба в ГУА. Мои кроксы и зеленые, которые куда-то ушли. Ну все, друзья, мы пришли домой. Всех обнимаю, всех люблю. Всем пока-пока.